По инициативе Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 4 года назад в России стартовала акция «Единый день сдачи ЕГЭ родителями». Экзаменный процесс волнительный. Часто именно этот фактор влияет на конечный результат. Поэтому подготовке к единому государственному экзамену уделяется столько внимания. Необходимо, чтобы все понимали порядок проведения экзамена, чтобы для детей был создан хороший психологический климат. И помочь в этом, конечно же, должны родители, общественность, чтобы все понимали, что порядок совершенно конкретный, что как бы он определен, его нужно выполнять, и что ничего он собой страшного не представляет. Поэтому для того, чтобы дети наши успешно и хорошо сдали единый государственный экзамен, для этого родители тоже должны быть в курсе, как он осуществляется. Сегодня здесь созданы все условия, с которыми выпускники столкнутся во время сдачи единого государственного экзамена. Неиспользуемые помещения опечатаны. В целях обеспечения максимальной открытости сдачи экзамена опечатаны и все шкафы. Создан питьевой режим. Ровно в 9 начинается запуск выпускников по предъявлению паспорта. Мы проверяем распределение в пункт. Далее участник проходит через рамку металлоискателя, где мы проверяем на наличие мобильных устройств. Участники проходят в своей аудитории согласно распределению. В 9:50 начинается первая часть интерфтажа, ровно в 10 начинается печать материалов, что гарантирует, да, полную честность, объективность, открытость экзамена. В Ленинском городском округе акция проходила на базе Видновской школы номер 5. Сюда были приглашены все желающие родители выпускников со всего муниципалитета. Ощутить себя 11-классниками захотели около 70 человек. Сдавали они в этот день экзамен по истории. Тема – 75-летие победы в Великой Отечественной войне. Это очень хорошая идея, потому что на самом деле я сама мама выпускника будущего, это очень волнительно, мы очень переживаем, и вот даже сейчас идет процедура, да, ну как бы она не настоящая, и у нас очень много вопросов у родителей вот на данный момент возникает. Будет ли какая-то помощь, выйти из аудитории, помощь оказана ли будет педагогам, то есть, ну, это очень хорошо. Длятся экзамены по-разному, в зависимости от предмета, но не меньше 3 часов. Родители же справились с заданием по истории за 30 минут. Отмечают, что было непросто, есть к чему стремиться, но все сходятся в одном – акция нужная и полезная. Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ирина Кошелева, Видное ТВ.